Дачники, садоводство, энтузиасты оказались в безвыходном положении. Им повысили тарифы на воду на 140%, и изменить их уже нельзя. Наш корреспондент разбирался в непростой ситуации. В садоводстве «Энтузиаст» теперь самые высокие тарифы на воду в городе. Дачники в этом году столкнулись с повышением цен в 1,5 раза. В прошлом году у нас оплата была 18 200 за 6 соток. В этом году уже 28 200. В этом году 42 тысячи за 6 соток. Оплачиваем полноразмерно. В дождливую погоду воду не дают. Хотя, по идее, если поливной день, воду все равно должны давать. Порывы кругом, везде и всюду. Садоводы вынуждены отказаться от своих участков. Иметь дачу для них больше невыгодно. Да, дачи теперь не окупаются, потому что мы баснословные суммы платим. То есть вот эта оплата, например, 42 тысячи, в нее входит оплата за воду, да, и дальше. Мы когда спрашиваем, что еще, оплата, то есть оказывается, за нее оплачиваются 23 человека состоит у них в коллективе, которые якобы нас обслуживают. К слову, всем этим работникам садоводством выплачивается зарплата, которая также повысилась. Ведь минимальная оплата труда с этого года стала на 13 тысяч больше. Далее наши были действия такие. Мы написали письмо акиму города Хасару Кабулбекову. Он поручил разобраться с этим тарифообразованием, но водоканал, он уже провел это все в слушании, уже антимонопольный комитет, провел слушание и как бы утвердил эту расценку. Завышенные цены подрядчики объяснили тем, что собираются провести реконструкцию водопровода. Кроме того, садоводы пожаловались. В дачном массиве отсутствует дорожное покрытие, а мусор не вывозится. В апреле месяце наняли технику, вывезли с основных аллей мусора. Вот где на Виноградной у нас там большая куча мусора. Как бы у меня сейчас нету средств, я сейчас буду оплату за воду проводить. Оплата у нас вообще до 1 июня должна состояться. А оплаты в данном моменте нет, у нас даже 50% не заплатили. Из 1500 действующих владельцев дач по новому тарифу оплатили 790 человек. Кто-то полностью, а кто-то отдал лишь часть суммы. Тем самым садоводы остались без выбора. Либо бросать грядки, либо платить огромные налоги. Анастасия Ерш, Медет Карим, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.